Сегодня в обзоре ложка с дырочками для снятия пенки. Будем готовить. Кто-то там шумит. Помощник мой залез, наблюдает, что я делаю. Порядки свои наводит и куда-то уже опять пошел. Что-то там увидел. Дима, не надо! Кися, потолок не трогай. Готовить гречку. Эта ложечка с дырочками хороша не только снимать пеночку, но также и размешивать. Сквозь нее все просачивается и хорошее идет перемешивание. Также я пробую овощи приготовки, тесто на оладьи тоже мешаю. Очень хорошо, замечательно. Ну, гаджет классный. Всем советую. Штука очень удобная, как для хозяюшки.